Привет, друзья! Приветствую на канале Алекс Аверс. Сегодня новая рубрика «Покупки на барахолке». Ну, прекрасный будильник, смотрите, сегодня ракета. Просто прелесть. С римскими цифрами. Еще бирочка такой, видно, или комиссионный. Это очень такой момент интересный. Да, продавался, наверное, за 60 рублей, подозреваю. Не продали его, продали мне сегодня. Вот, классный. Что еще удалось? Вы говорите, звук плохой. Блин, надо петличку где-то найти. Не могу найти петличку в магазинах. Какая прелесть. Овчарка. Вроде бы. Да, по породе. Маня, есть у меня юная подписчица, Маша. Мы с тобой породы собак изучали. Твое мнение, какая это собака? Аф. Похоже на овчарку. Городничка. Фуф. Ранняя городница, клеймо, фуф. Что еще есть сегодняшняя именно? Ага, вот такая красота. Это миниатюра. Предположительно, ну, да, не предположительно, очень похоже на спаниеля. Такая классная. Клейма нет. Может быть ЛФЗ, может быть не ЛФЗ, не уверен, друзья. Так, и что сейчас еще покажу? Самое интересное, наверное, пожалуй, то, что мне лично понравилось, ну, только как и все предыдущие предметы, здесь подобное. Тут хотел сказать слово интрига, но никакой интриги нет, а в общем-то и есть. Смотрите, какая красота, это с лепкой. Клеймо. Многие, наверное, уже поклонники фарфора узнали, что это за клеймо. Гарднер. Всадник на лошади, герб Российской империи. Прелесть. Это прозрачный фарфор, видите? Он невесомый. Невесомый. Просто бесподобный. И блюдца. Это так называемая, кто не знает, чайная пара. Чайная пара. Тоже Гарнер, естественно. То есть это с лепкой. Фарфор с лепкой. Вот это все выполнено в рельефе, бесподобное. Есть у меня подписчица, я недавно с ней познакомился. Вот она увлекается фарфором. Я к вам в комментариях допишу, пришлю этот лот к обзору. Лот, не лот, просто обзор. Вот такое интересное. Интересно ваше мнение. Вы, знаю, увлекаетесь как раз. Запамятовал, как вас зовут, или не предметы старины, что-то. Ой, ну что-то хорошее такое название, веселое. Пришлю вам, покажу свои новинки. Так, друзья, по-моему, а нет, еще не по-моему, секундочку, я здесь, можете пока оценить, палец вверх. Еще у нас есть с вами, сейчас показываю, я здесь. Там у меня сегодня новая рубрика такая, ролик интересный. Вот такое Евангелие. А с обратной стороны. От Матфея. Благослови. Благовествование до нас. Евангелие. Харьковское женское епархиальное училище. Одноклассник церковно-приходской школы Григорий Дорошенко за благонравие и хороший труд. Заведующий школой Харьковской епархии, наблюдатель церковной школы Василий Давыденко. И здесь за учитель свари Мирон Клич. Ну, фамилия. Вы можете на паузе остановить и прочитать более подробно. Вот такая вот красота. Это Евангелие. Старославянский такой текст с ударениями. Даже необычное письмо вот это. Ну, это печать, конечно, безусловно. Издательство Санкт-Петербург, синоидальная типография.
Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. И мокрая печать. Это епархии, Харьковской епархии. Угу. Друзья, ну, надеюсь, вам понравился обзор. Надеюсь, понравится новая рубрика. Ну, мои покупки, мне интересно. Вот таким я увлекаюсь. До новых встреч на канале Алекс Аверс.